Эти добрые люди ничему не учились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной. Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита». На имя и славу нашу господарскую с земли неприятеля нашего великого князя Московского выехал. Такие поощрительные грамоты вручались перебежчикам из Московии в Речь Посполиту от имени польского короля во времена Ливонской войны. Русские эмигранты и иммигранты XVI и XVII веков. У нас в гостях историки Татьяна Опарина и Константин Русалимский. Здравствуйте. 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 Татьяна Опарина окончила Новосибирский государственный университет, кандидат исторических наук, доцент, заведующий сектором научных исследований и публикаторской деятельности отдела рукописей Российской государственной библиотеки. Автор монографий и публикаций, в том числе «Иван Наседко и полемическое богословие Киевской митрополии» и «Иностранцы в России в XVI-XVII веках». Константин Иерусалимский, выпускник историко-филологического факультета Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры истории и теории культуры Российского государственного гуманитарного университета, автор научных статей и публикаций, в том числе «Ливонская война и российские мигранты в Речи Посполитой» и «Идеология истории Ивана Грозного. Взгляд из Речи Посполитой». Что такое была вот эмиграция и иммиграция того периода? Само понятие границы в XVI веке еще не было таким устоявшимся, чтобы говорить о ее пересечении. Непреодолимости. Да, а как некоторой готовой данности. Граница... Слово «иммигрант» же появилось гораздо позже. Нет, конечно, это не... Это не из наших, не из нашей эпохи термин совершенно. Но важно то, что граница на Западе была уже к середине XVI века достаточно сложившейся, и велись дискуссии между господарем Великого княжества Литовского и государем России. Само пересечение границы все же было достаточно простым. Связано это было с тем, что сохранялась вот эта культурная целостность, общность, которая сформировалась еще в киевскую эпоху. Человек, пересекавший эту границу, переезжавший из московского государства и появлявшийся в польско-литовском, мог рассчитывать на то, что его ближайшим окружением станут русскоговорящие люди, которые были близки по культуре, по вероисповеданию, православные, которые читали одни и те же исторические тексты и считали, что их прошлое то же самое прошлое, что и в Москве. Да? И получать земли в польско-литовском государстве, затем в Речи Посполитой, можно было, сохранив в значительной мере свой статус, достигнутый в московском государстве. То есть человек, который выезжал, будучи сыном боярским, сразу попадал в шляхетское сословие, получал автоматически шляхетство с частично, но все-таки уже вполне сформированными правами. То есть права уже
на момент выезда у него как бы были. Княжеский титул сохранялся. В Польше он мог не цениться, в Польше к нему относились, в принципе, без особого пиетета. Но в русских землях польско-литовского государства княжеский титул значил еще очень многое. И князья только в первой трети XVI века начинают постепенно терять свои полномочия на этих землях. А борьба за княжеский титул в Сенате Речи Посполитой после Люблинской унии 1569 года показывает, что элита русского населения Речи Посполитой рассчитывала на то, что княжеский титул даст и постоянные привилегии. Люблинская уния – соглашение об объединении Королевства Польского и Великого княжества Литовского – федеративные государства, Речь Посполита обоих народов. Уния была заключена 28 июня 1569 года на Сейме, созванном в городе Люблин Сигизмундом Августом. Люблинская уния устанавливала единообразное государственное устройство во главе с монархом, избираемым королем польским и великим князем литовским, с общим сеймом и общей денежной системой. Войска, законодательство и судебная система, а также казна оставались раздельными. Официальным языком Литвы оставался русский. Весь набор крупнейших княжеских родов, династий, имел своих представителей в Речи Посполитой. И Михаил Андреевич Оболенский, и князья Суздальские, и Ярославские имели представителей и постепенно достигали достаточно высоких постов на этих территориях. Уже в XVI веке сформировалось как бы двойственное отношение к самой русской земле. Это была земля, состоявшая из территорий, входивших в Московское государство и в подданство короля польского и великого князя литовского. Хотя, значит, еще в эпоху Люблинской унии вопрос о том, каков статус короля на территории Великого княжества Литовского, не был решен. И литвины сами не соглашались с тем, что их господарь – это король. Они считали, продолжали считать, что их господарь – это великий князь. И то, что в одном лице эти два титула сошлись, в общем, было скорее исторической случайностью. Ну, временной, по крайней мере. Временным событием. Так что можно сказать, что эмиграция из России была явлением не таким трудным и психологически, и в какой-то мере политически, потому что было много несогласных с тем режимом, который формировался в Москве. И эти люди имели возможность перейти, поменяв подданство, перейти, как бы не поменяв своей исторической родины, и продолжая считать, что они все еще находятся на русской земле. Эти все люди называли себя русскими. Еще очень-очень долго и в Речи Посполитой, и в России все были русские. То есть не было русских, украинцев и белорусов. И поэтому, на самом деле, когда сейчас украинцы говорят, что вы украли у нас наше самоназвание, верните, называйтесь как хотите, а русские именно мы, они, в общем, исторически действительно правы. И поэтому русский с одной территории мог переехать на другую территорию, и он всюду, в общем, был русским. Uh-huh. И, значит, люди говорили на очень близком языке, даже внутри Речи Посполитой был понятен, он был легко понятен. Поэтому вот это пересечение границ, оно могло существовать. То есть... А граница что из себя представляла? Просто засека какая-то, стоял развод и все. Нет, это... Ну, в принципе, к 17 веку это достаточно жесткая граница, а в 16-м, то есть это посты. Ну, посты это были, заставы. Которые стояли на шляхах, на дорогах, контролировались достаточно строго. И пересечение границы технически было уже достаточно затрудненным. Потому что оно было сопряжено с большой опасностью. Примеры здесь очень показательные. Это выезд Андрея Михайловича Курбского, который был сопряжен с тяжелейшей опасностью, ему пришлось бежать ночью и оставлять при этом письмо для администрации Юрьева, но он сделал это очень поспешно. Ему помогло, правда, то, что сам его пункт наместничества находился очень близко от границы.
Андрей Михайлович Курбский – князь, боярин, политический деятель, писатель, переводчик. Родился в 1428 году. Курбский участвовал в казанских походах, был членом избранной Рады, воеводой в Ливонской войне. Опасаясь неправедной опалы Ивана Грозного, бежал в Литву в 1564 году. Участвовал в войне с Россией. Курбский написал мемуарный памфлет «История о великом князе Московском» и три обличительных послания лютому самодержцу Ивану Грозному. Но еще один пример, который относится к близкому времени, 1581 год, это бегство Давыда Бельского, как раз показывает, что переход границы мог быть очень тяжелым. Почти вся служба, выехавшая с Бельским, вынуждена была отбиваться от заставы, и было много погибших. Бельский потерял значительную часть своих соратников, когда перебегал слуг, да, когда перебегал через границу. И после того, как он спасся, он появляется в Борисове, устраивает такой очень показательный прием московским послам. Это, очевидно, была задумка Радзивиллов, чтобы таким образом бросить вызов Москве, вызов московской стороне. И Бельский был использован для того, чтобы в чем-то унизить, скомпрометировать посольство перед его лицом, перед его окном, из которого он сам смотрел. Московские послы проходили и как бы им представляли, видели его. Но очевидно, что это была в какой-то мере месть. Кроме того, месть заключалась еще и в том, что пропаганда распространяла слухи о его больших наделах, которые он получил от короля Стефана Батория. На самом деле эти данные не подтверждаются. Якобы он получил 700 волок земли, что было невероятно большой территорией для тех времен, когда даже ближайший фаворит короля Стефана Владимир Заболоцкий получил чуть более 350 волок за подвиги, которые он совершал при осаде Гданьска. Курбский также, переехав границу, рассчитывал на милости, но это специальный вопрос. Вот я хотел бы здесь тогда остановиться уже на обстоятельствах выезда князя Андрея Михайловича, поскольку они показательны для своего времени. Они как раз показывают, насколько это было трудным и неопределенным с точки зрения вот как бы технической стороны, да, не с точки зрения культурной, которую мы сейчас уже обсудили хотя бы частично, а вот именно как бы механика этого процесса. Курбский, судя по всему, попал в опалу. Были точки зрения, которые пытаются, ну, которые скорее связывают его выезд с его личными взглядами или даже с корыстными намерениями, но все же историкам не удалось опровергнуть тех намеков в источниках и тех выводов из этих намеков, согласно которым Курбский испытал опалу после падения избранной Рады около 1562-63 года. Он что-то почувствовал. Иван Грозный ему писал в первом послании, что мы тебя отправили на важный пост, потому что мы тебе поручали важную миссию, и это не могло быть опалой. Но при этом уже с 1570-х в дипломатических переговорах Иван постоянно ссылается на то, что он проявил какую-то немилость в отношении Курбского. Было произнесено малое слово «гневное», как сказал сам Иван. Какое-то слово говорилось. Кроме того, в беседе с каким-то литовским посланником, неизвестно точно с каким, в 1572 году, после смерти Сигизмунда 2 августа, когда Иван собирался стать кандидатом на польско-литовский трон, и когда он планировал также в качестве кандидатуры своего сына, одного из своих сыновей, он, побеседовав в беседе с литовским
посланника, возможно, это был Степан Матвеев, сказал ему, что пришлось Курбского побить татарской плеткой за его деяние. Это очень интересное свидетельство, которое напрямую соотносится со сведениями Курбского о том, что в Невеле во время похода на Полоцк в 1563 году Иван Грозный булавой насмерть убил родственника Курбского Ивана Шаховского. Это был гнев минутный или нет, мы не знаем, ничего в источниках у нас на эту тему нет. Но то, что Иван Васильевич в момент подготовки похода на Полоцк в 62-63 году был недоволен какими-то поступками представителей ярославских князей, видно из источников того времени. Битва при Невеле часто очень рассматривается как начало конца политической карьеры очень успешного человека, возможно, в XVI веке крупнейшего политического деятеля в России, который бежал из страны. Он достиг в 27-28-летнем возрасте боярского титула. Он уже в 32 года стал воеводой Большого полка, то есть замещал фигуру самого царя в Ливонском походе. И буквально через два года после этого события происходит опала, ссылка на наместничество в Юрьев, и затем вот этот загадочный побег, который еще сопровождается перепиской Курбского с старцами Псково-Печерского монастыря, которым Курбский жалуется на то, что Вавилон значит, разгневался, ополчился на него, и Вавилон – это совершенно очевидно Москва и сам царь Иван Васильевич. Чего ожидал Курбский, сказать трудно, но ему не пришла смена вовремя в 1564 году, когда нужно было уже заменять его и истек срок его воеводства в Юрьеве. Он мог чего-то опасаться. А самое главное, что накануне его побега произошло очень трагичное событие в русской истории. Это битва на реке Уле 26 января 1564 года, когда крупное московское войско было разгромлено Миколаем Юрьевичем Радзивиллом, в большей мере даже не им, а Хаткевичем, и когда встал вопрос о том, ну, собственно, кто виноват в этом поступке. Иван Грозный вскоре после этого совершает таинственное убийство. Это были заказные, как можно было бы современным языком назвать, убийства, явно санкционированные самой властью. Они состоялись в конце января 1564 года. Погиб князь Репнин, князь Кашин. При очень загадочных обстоятельствах и один на господский праздник, то есть буквально в воскресенье после церковной службы, а другой после пира. Князь Репнин погиб после пира, где его также унизили тем, что попросили надеть шутовскую маску. Угу. И это было, конечно, страшным оскорблением для человека. Его положение. Курбский на это ссылается в своем первом послании. Это очевидно, что когда он пишет об убийствах, кровопролитии в церкви, он имеет в виду эти события. И то, что он связывает с этим всю тему, посвященную воеводской службе и своей преданной службе государю, свидетельство того, что Курбский ожидал опалы из-за того, что произошло что-то непредсказуемое или неожиданное во внешней политике. Происходит загадочное бегство, да, и вот то, что мы видим Курбского затем в достаточно благоприятных условиях, тоже следствие тех перемен, которые происходят в Речи Посполитой на то время в польско-литовском государстве, и которые показывают, что государство, сосед Москвы, было заинтересовано в приглашении, как бы в вызволении московской элиты на королевскую службу. Ну да, мы знаем, что да. Даже король
в качестве, наверное, элементов внешнеполитического давления на русский двор, на царский двор, писал письма. Это были приглашения. Вот мы упомянули в начале нашей программы этот текст. И тем самым он бросал тень на каких-то сановников, да, царских. Провоцировал, да, вызывал царское подозрение. Ивана Грозного сильно провоцировать не надо было. Вот он был... Зело падок на это. Вот. И, естественно, нужно было вносить раскол. Это, да, это была такая политика. Ну, вот мы упомянули о военных поражениях России, вот, в Ливонской войне. То есть были пленные, пленных было много. Да. И пленные шли в Польшу. Вот их статус одновременно и в России, и в, там, как бы в Польше. Здесь они считались кем? Потерями, изменниками? Или в зависимости от статуса? Рядовой там как бы, ладно, пленник, а вельможа считался, или воевода считался? Воевода, конечно, считался изменником, несомненно. И здесь, кстати, вот, мы уже подняли тему социального статуса, да? То есть не просто миграция как поток, как количество, как статистика, а все очень зависело от социального статуса человека. В таких людях, как Курбский, польский король был заинтересован? Он был заинтересован даже не лично в его персоне, да, а в человеке его уровня. Потому что действительно бегство князя – это была пощечина. Пощечина противоположному правительству. И чем больше людей из элиты покидает государство, тем больше... повышается статус врага тогда русского государства. Так же, как и Россия пыталась заманить к себе максимальное число людей высокого статуса. То есть, чем больше баронов и графов едет в Россию, тем больше престиж, значимость царского двора. Требовали, я знаю, что требовали, и в какой форме добивались ли успеха в выдаче так называемых изменников? Нет. Или это тоже была политическая игра и так... Нет. Часть пропаганды. Изменников... Вот тема... или обмены пленными. Но обмена пленных – это тема переговоров после окончания военных действий. И, конечно, в первую очередь должны были получить назад самых знатных людей. Вот этих вот ключевых. Потому что все-таки общество было... Ну, это средневековое общество. Оно состоит из родов, знатных родов. Но не вернувшийся человек в Россию, православный, рожденный в русской церкви, принесший присягу московскому царю и оставшийся где-либо. Добровольно. Да. Это пощечина государю, любому государю. Это оскорбление чести государя. Это уже входит в церемониал. Это входит в понятие чести, ритуала, значимости, сакральности монарха. И любой невернувшийся, это ну как бы зияющая рана на века. Это удар такой, да, серьезный. Удар. Да. Цель царя в таких ситуациях заключалась в том, чтобы, потратив даже деньги, потратив усилия, средства, вызвали человека и тем самым показать, что государева милость, она распространяется даже на бывших изменников, что это блудный сын, который возвращается. Да. Да? И, то есть подразумевалось, что его возвращают, но не репрессируют, как сказал бы сейчас современный человек. Здесь были, понимаете, здесь вот... Варианты. Нужно, да, были варианты. Варианты. Нужно к тому же иметь в виду, что периодами возвращение было почти невозможным. Периодами оно было сильно затруднено. Но были такие примеры, когда возвращение было очень трудным в связи с тем, что человек просто находился в плену или на состоянии пленника, как, например, князь Булгаков после Варшавской битвы. Ну, это да. Он провел 40 лет в польско-литовском государстве, его дети выросли в Москве, причем дети, он знал об этом, и он на старости лет поехал в Москву, чтобы попрощаться с детьми, и по дороге назад он умер. Да, были такие случаи, как, например, пример Лыкова, когда в Стародубскую войну семейство Лыковых попадает в польско-литовский плен, причем встречает очень хороший прием короля. Младший представитель Михаил получает возможность образования, получить образование и учится и в Польше, и, судя по всему, в Священной Римской империи. Затем уже получив хорошее образование, возвращается в Россию. Курбский приводит это как пример варварства московских государей, потому что после
какого-то непродолжительного времени, после какой-то службы, он попадает в опалу и погибает. И оказывается, что человек, приехавший в Россию, будучи уже образованным по западным меркам и, несомненно, рассчитывая на то, что он встретит хороший прием, не получает то, что ему обещано, или то, на что он мог бы рассчитывать. Хотя вызволяют Лыковых из польско-литовского государства московские послы, которые в Кракове просят, чтобы вот это все семейство вернулось в Москву. И то, что, все были на учете. Да, каждый все были на учете. И то, что они получили прощение. Вот это очень интересно. Картотека присутствует. С Курбскими все было гораздо труднее, но им также неоднократно поступали приглашения вернуться в Россию. После похода на Белоруссию в 1654-55 году князь Шаховской переписывается с потомками князя Андрея Михайловича Курбского и своими родственниками еще при этом, и приглашает их обратно на службу к царю, теперь уже Алексею Михайловичу, обменивается с ними любезными письмами. Это, разумеется, не были какие-то высокомерные отношения, это были вполне горизонтальные отношения. На время они переходят, судя по всему, на службу, и Андрей Дмитриевич, и Ян Дмитриевич Курбские. Но затем они, после того, как заканчивается вот первая волна боевых действий, потом подписывается Андрусовское мирное соглашение, они остаются на службе в польско-литовском государстве. Андрусовское перемирие 1667 года завершило русско-польскую войну. Подписано 9 февраля в деревне Андрусово, близ Смоленска. Речь Посполита возвратила России Смоленскую и Черниговскую земли, а также признала вхождение левобережной Украины в состав России. Андрусовское перемирие было подтверждено так называемым «вечным миром» 1686 года. Следующий момент, который связан с возвращением Курбских, имеет более загадочный фон. Это уже 1680-е годы, это правление Петра и Ивана, 1683-1685 годы, когда выезжают в Россию два князя Александра Каспировича Курбских-Крупских. Причем парадоксально, что они пользуются разными подписями, и в документах мы находим... находим, что один из них подписывается как Курбский латиницей, а другой как Крупский. Когда приезжает их родственник и тоже объявляет себя, значит, причастным к этому семейству, то он упоминает только одного Александра, ставшего в крещении Яковом. И это все вызывает серьезные подозрения. Тем более, что в документации польско-литовского государства на всем протяжении 17 века мы не находим ни Каспера, ни его потомков с титулом княжеским, или, значит, хотя бы даже без такового. То есть Каспера в источниках вообще не существует, только в рассказах его названных сыновей. А вот это, а также то, что Касперовичи называют свое владение в регионе, где находились владения шляхтичей без титула и пользовавшихся похожей фамилией, это были Крупские, вызывает и возможность, по крайней мере, в качестве гипотезы, что перед нами были самозванные Курбские, объявившие себя князьями, что было, кстати говоря, не редкостью в 17 веке. Самозванцев много. Да, самозванцев было предостаточно. Не только царских. И человек, который обладал информацией, мог рассчитывать на то, что он ей воспользуется. И Салтыкова, и кто угодно. В условиях, когда в Москве все-таки все еще были трудности с проверкой генеалогических данных, тем более представителей выехавших родов, что там были родословные книги, государь в родословице, все, что касалось текстов своего дворянства. Были тексты польского происхождения, написанные Барташем Попроцким, да, или Шимоном Окольским. Сочинения, которые касались уже
польских и литовских родов. Но как связаны между собой эти роды, конечно, вызывало трудность, и вопрос этот постоянно стоял, он не всегда решался. Вот с Курбскими проверка такой информации была особенно затруднительной. Мы привыкли, ну, из стереотипов, которыми там, мы часто пользуемся, что при Иване Васильевиче все было достаточно жестко, что он ни с кем не советовался, делал все, как хотел. Вдруг выясняется, что нет, не так просто. Его беспокоит именно его облик. И в посольских наказах мы часто встречаем, что про Россию неправильно рассказывают, что вы слушаете то, что говорят наши изменники. И когда обсуждался вопрос опричнины, а это слово вошло даже в польско-литовский лексикон той же эпохи, как пример отрицательный, пример негативный, которого нужно избегать. Иван Грозный доказывал ведь, что никакой опричнины нет. То, что он делает, просто он уезжает ради своей прохлады или на охоту в свои имения. Запрещалось это слово произносить уже с 1572 года, строго запрещалось и требовалось пресекать попытки его произнесения представителями других государств, со ссылкой на то, что это ложные слухи. Потом Иван Грозный постоянно приписывал изменникам подговор западных монархов вести войну против России. Он приписывал, все время мы находим текст о том, что Курбский, Заболоцкий, Тетерины провоцируют, подущают на нас. И это вызвало даже насмешку со стороны Стефана Батория. Насмешка заключалась в том, что у короля хватало и так своих сил для того, чтобы вести войну против России, и хватало профессиональных воевод и опытных советчиков, помимо российских изменников. Настолько назойливым был вот этот тезис Ивана Грозного, о том, что имидж России, говоря современным языком, портится людьми... Изменниками. Да, людьми, изменившими государю. Да. Есть несколько тезисов, зачем нужно было Ивану Грозному вот поднимать свой внешнеполитический имидж. Он пытался сблизиться с английским двором, он хотел добиться там, на севере определенных преимуществ. То есть ему нужен был вот этот позитивный образ. Это же была борьба пропаганд. Активно появляются впервые вот эти летучие листки, заполоняют Европу, где Россия рисуется монстром, кровавым, страшным монстром, Вавилоном, который готов пожрать, уничтожить Европу, то есть уничтожить европейскую цивилизацию, если мы тоже будем говорить современным языком. Имидж России колоссально ухудшался, но если мы сейчас откроем любой учебник истории по русской истории, но написанной не в России, кто будет в первую очередь? Там будут в первую очередь только те, кто пытался разрушить европейскую цивилизацию. То есть европейцы, и американцы знают Ивана Грозного, знают Петра Первого, как все-таки тоже человека, воевавшего на Западе, знают Ленина, как тоже человека разрушающего. То есть он, с одной стороны, конечно, превратил Россию в страшного монстра, которым пугают маленьких детей, да, любого европейца. С другой стороны, он прославился, он был известен, он был фантастически известен, потому что любой человек и тогда, и сейчас знает имя Ивана Грозного. А вполне приличного государя, не воевавшего на Западе, воевавшего там с Речи Посполитой, Алексея Михайловича, необыкновенно крупного политика, его не знает фактически никто. Даже православные. На Синае не помню, что эта рака подарена Алексею Михайловичу, а говорят, что она подарена, серебряная огромная рака, подарена Петром Первым. То есть, он вошел в число значимых фигур. Что касается его отношений с Западом, то в принципе, мы не можем говорить какую-то одну жесткую линию, потому что, с одной стороны... Она менялась, во-первых, сейчас. Она менялась, и она была заведомо двоякой такой, сугубой, как говорили в то время. Потому что, с одной стороны, он, конечно, активно воевал с Западом. Он защищал православие, чистое православие. Все-таки его, эти полемические споры и с протестантами, и с католиками. Но, тем не менее, ему первое было совершенно не безинтересно не только, что думает Россия, но и что происходит на Западе. Он начал перенос, технических новшеств в Россию.
Потому что именно при Иване Грозном появляется книгопечатание, да? То есть, чтобы у нас было не хуже, как у них. У нас, мы, европейская держава, пытался, по-моему, доказать Грозный, у нас появляется именно в период вот такого охранителя православия, именно в период Ивана Грозного появляется огромное число икон, которые на самом деле являются копией гравюр западноевропейских. То есть иконография очень сильно меняется, она такие... Сюжетная, да. Сюжетная она меняется. Не говоря уже о том, что артиллерия, то есть вот строительство крепостей. У нас очень много именно в этот момент происходит просто заимствование технических ресурсов за. Есть точка зрения, что Ливонская война, я, правда, ее не придерживаюсь, что Ливонская война имела целью не просто выход в Балтийское море, это, кстати, отдельный вопрос, нужны ли были эти порты, нужна была такая тесная торговля Западом, а как раз для того, чтобы вот цивилизацию, западную цивилизацию, то есть цивилизационный подход перенести на русскую почву, сблизиться. Здесь я как раз все-таки не могу сказать, что... Идеалы западные, ментальные, нужны были когда-то Грозному. Технические достижения, безусловно. Но более того, ему нужны были западные люди. Потому что значит, явно целью не то что походов ливонских, но пленных, тех знатных пленных немцев, желательно очень высокого происхождения, желательно, если у рыцарей не может быть потомков тевтонов, они монахи, но вот у вассалов рыцарей, то есть люди, имевшие замечательные родословные. Когда-то, скажем, их предки когда-то воевали с Александром Невским, да, вот эти тевтонцы. А в них Грозный был необыкновенно заинтересован. Он собирал их любым способом. И впервые, собственно, и появляется вот эта немецкая слобода. Сначала слобода была внутри, то есть она перемещалась, их было несколько слобод. А внутри Москвы кончилось, что это слободой на кукуй. Чем знатнее человек, тем это замечательнее рыцари. Есть даже точка зрения немецкого исследователя Фрёшера, что он пытался создать, вот как бы воссоздать орден, Ливонский орден, но на русской земле. Ливонский орден – католическая государственная и военная организация немецких рыцарей-крестоносцев в Ливонии. Орден существовал с 1237 по 1561 год. Потерпел ряд серьезных поражений от литовских и русских войск, в том числе в Ледовом побоище и битве при Дурбе. Орден был разгромлен и ликвидирован русскими войсками в Ливонской войне в 1561 году. Когда русские войска входили на чужую территорию, но для начала они собирали в плен все, что можно, а дальше уже разбирались. И эти пленники заведомо делились на две категории. Пленники, которые брали в качестве просто рабов, слуг, любой участник русского похода. Воевода, естественно, брал себе больше, рядовой, сын боярский, брал, ну, сколько мог. Уводил людей, потому что действительно все эти ливонские листки писали о нашествии, об экспансии, просто счищал население, угонял тысячи, они писали о тысячах, там, явно преувеличено, но тем не менее размах этого вывода, исхода был достаточно большой. И вот эти несчастные, которые стали так называемыми пленными частными, они становились рабами. Рабами, которые человек мог продавать, давать. И появлялись невольнические рынки в Москве. И эти люди уходили на восток. В Крым, в Ногай, в Османскую империю и дальше. Да, на Ближний Восток, то есть туда дальше. Да, на невольнические рынки туда. Если их не успевали перекупить их родственники. Это, на самом деле, в этот момент нормальная ситуация. Кажется, да. Причем, я прошу прощения, я как бы сразу вторгнусь в этот разговор, потому что есть еще один показательный пример, что в Польше и в Литве также использовались российские пленники. Да, российские пленники. И в источниках мы находим даже сообщение о том, как магнаты меняются пленниками, служащими при
магнатских имениях особенно ценились пленницы женского пола. Да, но здесь тоже. Девки, московки, как их называли тогда. И не только они, но и естественно, мужского населения уводилось очень много. И те, кто не были знатного происхождения, они рассылались по городам на службу. То есть их могли использовать в городском хозяйстве, этих людей. Могли просто передать в качестве трудовой силы. Они пытались бежать. Те или иные работы. У нас на эту тему как раз меньше источников, но есть сообщение замечательного немецкого авантюриста того времени Штадена, да, который оставил и записки о России, и автобиографию с сообщениями о своей российской службе, о том, что и с польско-литовской, и с московской стороны постоянно вешают тех, кто пытается перебежать с одной территории на другую. Кстати, Андрей Михайлович Курбский тоже пишет Грозному, упрекая его в то, что ты казнишь тех, кто бежит от тебя, но здесь у нас поступает, по твоему примеру, сейчас так же. Да? Вот волна какой-то шпиономании захватывает в последние годы Ливонской войны. Этого было очень много. И, используя ее, происходили даже серьезные интриги, перетряски в польско-литовском дворе. То есть там был, например, замечательный, очень интересный случай, до сих пор еще не раскрытый как бы в своей вот этой вот составляющей, в своей логике. Это казнь магната Остика, родственника Радзивилла, в 1580 году. Его казнили за шпионское сотрудничество с Иваном Грозным. Но это был только один из упреков в его адрес, только один из мотивов. Его обвинили еще и в казнократстве, и еще в чем-то. Но надо сказать, что это все-таки случай достаточно редкий для польско-литовского государства. И если Курбский писал свои сочинения, подразумевая такие примеры, то он не случайно ссылается на то, что вот начали только сейчас казнить по твоему примеру так же, как делаешь это ты. В Москве это была уже сложившаяся этика, которая опиралась на судебник 1550 года, где прописывались вины и санкции за эти вины. И среди них, например, была санкция за сдачу города, то есть за военное преступление. Такого пункта мы не находим еще в судебнике Ивана III. Это было явное новшество. И то, что в Ливонскую войну есть примеры, в которых, очевидно, эта санкция действовала, свидетельство того, что она начинает использоваться при активном участии, вот она внедряется, намеренно внедряется сверху. Интереснейший пример, когда войска Стефана Батория захватывают Усвят, и гарнизон, состоявший примерно из 1070 человек, попадает в плен. Им предлагают уйти и вернуться на службу в Россию. Действительно, 9 десятых уходят, возвращаются. Но воеводы, которые в это время, в принципе, пользовались теми же правами, что и все, и получают право уйти, они ведут себя очень странно. Во-первых, когда крепость была захвачена, они не покидали свой пост до последнего. То есть всем уже было понятно, что гарнизон сдался. Они сидят на своем посту, и их застают в таком положении. Они не оказывают сопротивления, но они не хотят уходить. Их надо было буквально выносить на руках, потому что иначе они рассматривались бы не просто как пленники, а как изменники. Изменники по статьям судебника. Свои же, уходя в Московию, забирали их, нося на руках, чтобы не попасть, их, не попасть под их статью. Забирали, их забирали воины
королевские, но им потом было разрешено вернуться в Москву. Они этого не сделали. С одной стороны, они не захотели покидать пост, с другой стороны, даже покинув этот пост уже насильно, они не захотели возвращаться в Москву, так как это сделали 9 десятых, даже больше, чем 9 десятых этого гарнизона. Там осталось при короле всего около 70 человек. Значит, перед нами какой-то яркий пример того, насколько воевода озабочен вот этой этикой подданства, да, и темой военной измены. А похожий случай происходит, когда накануне перед этим знаменитым походом 1580 года приезжает из России посольство, у которого, как обычно, был наказ отзываться грубо о изменниках-московитах, называть их изменниками государя, вот, объявлять их людьми недостойными и так далее. Даже плевать в их сторону, если потребуется, вместо того, чтобы отвечать на их вопрос. А когда Владимира Семеновича Заболоцкого, очень видного придворного Стефана Батория, называют изменником, он выскакивает из толпы и говорит: «Я не изменник». Изменник, вот он, Агиш Сарахозин, а это был еще один очень известный перебежчик из Москвы. Изменник он, а я не изменник. В посольском отчете это событие было зафиксировано специально. Объяснение ему мы не найдем, но объяснение достаточно прозрачное. Владимир Заболоцкий убежал из России не по причине военного преступления. Он не совершал никакого военного преступления, это признавал сам Иван Грозный, который писал примерно тогда же, что Владимир поссорился со своей братью, и от этого он, значит, от нас убежал. Он нас покинул просто, вот уехал с нашего двора к тебе на службу, говорит он Стефану Баторию. Ну, имею в виду, конечно, просто польско-литовских королей. А Сарахозин, судя по всему, мы не знаем обстоятельств его эмиграции, судя по всему, ушел во время боевых действий. К тому же мы, не зная точной даты перехода Владимира Заболоцкого, можем предположить, что это произошло еще до начала войны между Россией и польско-литовским государством. Ливонская война 1558-83 годов. Война России со Швецией, Великим княжеством Литовским и Польшей велась за побережье Балтийского моря. Первый этап завершился разгромом Ливонского ордена. До 1578 года второй этап. Ливонская война шла с переменным успехом. Летом 1577 года русские войска заняли ряд прибалтийских крепостей. С 1579 года третий этап. Русские обороняли Псков и другие крепости от шведских и польско-литовских войск. Война завершилась подписанием невыгодных для России Ямзапольского и Плюсского перемирий. В польско-литовском государстве казнь за шпионаж еще в эпоху Люблинской унии это был нонсенс. И когда Яна Яновича Глюбовича, бывшего пленника, обвиняет в этом, там крупнейший магнат, его обвиняет в этом и Миколаевич Радзивилл, и Ян Иеронимович Хаткевич, и Глебович, это человек, находящийся под подозрением, и действительно он был на службе у Ивана Грозного, он принес присягу, он клялся на Библии в присутствии митрополита Афанасия, что он будет помогать Ивану Грозному. Это все стало известно, и сам Глебович этого не скрывал. И когда встал вопрос о его предательстве, о его здраде, то есть о государственной измене, то этот вопрос легко замяли. Его не стали развивать. Репутация была, конечно, подорвана, и Глебович очень из-за этого переживал. Потом это видно в период Бескоролевии, после смерти Сигизмунда Августа. Он пытался оправдаться и выдавал секретные отношения литвинов с Иваном Грозным за попытку измены полякам. И ездил, в частности, в период Первого Бескоролевия, даже в 1573 году на Варшавский Сейм с сообщением о том, что литвины собираются изменить союзу с Польшей, унии, только что образованной, и ведут секретные переговоры с Иваном Грозным, чтобы присоединиться к России
и сделать, значит, кого-то из московитов своим господарем. Но тогда это всем было видно, что Глебович пытается самооправдаться, что просто его беспокоит его как бы вот состояние изменника, при том, что ему ничего не грозило, никто не собирался его убивать, казнить. Пятно. Просто было пятно, которое оставалось на нем и отразилось на записках, которые он оставил в гербовнике Барташа Попроцкого. Очень интересный источник, где он рассказывает о своем пребывании в Москве. Он попал в плен после Полоцкой кампании и оставался в течение 2 лет в плену. Он пишет о том, что он все время своего плена переписывался, отправлял тайные реляции на родину, сообщал секретную информацию, что помогал как мог своей стране. И потом, когда стал вопрос о том, чтобы вот его отпускать, то сам Иван Грозный его похвалил, потому что ему сообщили, что Глебович, оказывается, ведет тайные переговоры, а мы-то ничего не знали. Вместо того, чтобы казнить своего пленника, Иван Грозный собрал окружение и сказал: «Учитесь у этого человека». Вот он помогает своей стране даже в плену, а вы, будучи моими подданными, значит, мне постоянно изменяете. Экономическая составляющая была очень сильной в эпоху смуты. Да, и бегство, связанное с голоданием, с болезнями и так далее. Люди часто уезжали просто из интереса. Или чтобы научиться, как говорил Заболоцкий, наукам шляхетским. Да? Это же не значит поучиться в университете. Это значит поездить, повоевать где-нибудь еще. Там, где воюют, например. Да? Если человек чувствовал какое-то призвание воина, и ему хотелось его проявить, не в тех условиях, в которых приходилось проявлять в России. И образование. Это был тоже очень важный мотив. Получить западное образование. Зачем? Сказать трудно. У меня нет примеров, которые бы свидетельствовали, что в России были люди настроены... Да, в принципе, вот человек настроенный против православия. Да, это все-таки явление для России очень нехарактерное. Даже те, кого обвиняют в XVI веке в ереси, это люди, убежденные в том, что они правоверные, такие же христиане, как и все. И Феодосий Косой, который оказывается тоже за рубежом, это... Все еретики здесь? Да. За рубежом оказываются хранители православия. Хранители, включая, да, Курбского. Конечно. И Курбский, и Матвей Башкин. Мы не можем заподозрить этих людей в том, что они были нонконформистами какими-то... Их называют диссидентами вот, в литературе, ну, весьма, 19 века, но это очень условно. Это очень условно, да. А вот получить образование и научиться внешним наукам, как говорили тогда, было все-таки уже достаточно престижным. И видно, что интерес к этому был. Один из примеров я уже приводил, Лыков, да, получает такое образование. Еще один пример — Михаил Оболенский, который перебежал в польско-литовское государство где-то около 1563 года, тоже в начале войны между Россией и королем. И за ним следит посольский приказ, фиксирует постоянно, где он, что с ним, а потом он пропадает. И в посольских книгах мы находим такую формулировку: а неведомо, жив или сдох. А жив он или сдох действительно нельзя было узнать, потому что Оболенский поехал учиться в университет в Италию. И он, вернувшись, влился в работы по переводу священных текстов, которые проводились в Миляновичском кружке Андрея Михайловича Курбского, помогал ему перевести богословские трактаты Иоанна Дамаскина, умер молодым еще до Курбского, но видно, что это человек, прошедший вот школу внешних наук, как тогда это называлось, и посвятивший себя при этом борьбе за православие. Чистое православие. За чистоту православной веры. А вот пример воина Нащекина – это, кажется, пример тоже показательный из этой перспективы. Он перебежчик уже эпохи российской войны 54-67 года. Бежит 1600. Он в 1659 году. И есть очень
там загадочные вещи, которые не позволяют судить четко, четко сказать, каковы причины. То есть видно, что он в конфликте с отцом, и отец Ордин-Нащекин, первый фаворит Алексея Михайловича в переписке с царем, ссылается на то, что он его бил, и это могло быть причиной. Есть один из аргументов, что все-таки он хотел узнать, как там, там, в принципе, у короля, и потом вернуться. Сейчас один из основных аргументов мотива бегства – хотел посмотреть, как живут за рубежом. Оказался изменник. Что интересно, он получает западное образование, он говорит на языках, он говорит на французском, на латынь он знает, он говорит на немецком. И когда во второй половине 17 века его встречает иностранный представитель в России, то просто удивляется, потому что перед ним такой вполне западный придворный. Mm-hmm. Человек, воспитанный как бы в западной придворной культуре. Можно сказать, что у этого побега были и другие мотивы, потому что... Не исключено, что заведомый шпионаж. Что это был заведомый шпионаж, да? В нашу пользу. Да. Все это был агент, подготовленный, засланный. Его так оценивали. Есть такая точка зрения. Польский король его старался отстранить, при дворе его очень не любили держать. Ему пришлось путешествовать, затем выехать за пределы Речи Посполитой. Но он действительно переписывался с матерью, которая жила где-то в Псковском имении, и с отцом продолжал даже переписку, несмотря на то, что, в общем, это было уже на грани. Указу Михаила Федоровича было запрещено вспоминать про измены в семье. Потому что после смуты это было не принято. Уже не принято. Слишком много пришлось бы вспоминать. Угу. И было прощено, во-первых, это. А во-вторых, было спущено с рук то, что якобы при царе Иване Васильевиче выходил указ, который предполагал понижение статуса придворного, у которого родственники бежали за границу, на 12 пунктов. И в историографии уже давно ведется полемика с 19 века о том, был ли действительно при Иване такой указ, который бы сильно ударял по статусу придворных. 12 положений ниже. Ну, трудно себе представить, что это такое. Кем бы он стал? Кем бы стал человек, если бы, например, он служил каким-нибудь первым воеводом большого полка или передового полка? Кем бы стал такой человек, если его понизили на 12 мест? Никем бы просто не стал. Наверное, это все-таки преувеличение. И характерно, что как раз в указе Михаила Федоровича сказано, что мы сами ведаем, какие указы были до нас и при нашем предке Иване Васильевиче, потому что он рассматривался как предок, да? И не надо нам, значит, говорить, что там были указы или не были. На самом деле, уже при Иване Грозном и дальше, собственно, до Петра I как минимум, человек не имел права, русский человек, живущий здесь, не имел права покинуть территорию. Вот любая попытка уехать из России – это страшное государственное преступление. То есть попутешествовать, посмотреть, поучиться нельзя. Если государь согласится, он может послать. То есть, в принципе, вся страна не выездных. То есть по своей воле нельзя? Невозможно. По своей воле, в качестве дипломата выехать можно. Но это другое. Но это совершенно другое. В качестве купца можно выехать и вернуться. Но любая поездка на Запад, она невозможна. А тем более... миграция, то есть санкционированная миграция. Поэтому выезд из России – это всегда связано или с войной, то есть человека берут в плен, или это связано с преступлением. Вот впервые обостряется вот эта тема преступления, госпреступления, государственной измены. И действительно, изменники, вот те, которые убежали, они, видимо, уже вынуждены были остаться в той стране, потому что их трудно... Последствия, особенно при Иване Грозном, могли быть самые разные. Он, конечно, мог необыкновенно озолотить этого человека при случае возвращения. Если это был символ, и нужен. При нем никто и не вернулся из крупнейших деятелей. Никто не вернулся, никто не верил, потому что обещания могли быть одни, а реальность совершенно другая. А вот когда мы берем низший слой, не совсем низший, там
крестьяне, а чаще всего дети боярские мелкие служилые, значит, вот это сословие, то эти люди в плен берутся постоянно. Они берутся на Ливонской войне, они берутся ногами, они берутся татарами. И вот удивительно, эти люди, вот мы говорили, попытки вернуться, да? На самом деле, по 16-му там просто документов меньше сохранилось, там был пожар. А по 17-му видно, это поток возвращенцев. Таинственным, невозможными путями люди идут, да, особенно когда это идет не сразу захват в Западную Европу или в Речь Посполитую, где они могут ассимилироваться, а когда они оказываются в Османской империи. Они бегут самыми таинственными способами. То есть это бунт на корабле, подплывая к Испании. Они достигают всегда, конечно, не сразу России, они не в обратном направлении бегут, они бегут через всю Западную Европу, побывав в Испании, побывав во Франции. Часть из них даже находит там службу и как бы вполне может благополучно ассимилироваться. Тем не менее, это действительно поток людей, которые должны умереть в своей земле и в своей вере. Ну что ж, я благодарю наших гостей за участие в нашей программе. Она подошла к концу. Ну, а с вами, уважаемые телезрители, мы надеемся встретиться через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго.